У меня никогда не было иллюзий по поводу господина Ричина. Угу. Никогда. Но это мое субъективное мнение. После фразы «Ну, же Луиц, шнуньер Луиц», этот человек, как руководитель, закончился навсегда. Конечно, он так не думает, конечно, он все это фигня, все, ну, что-то был, что люди это говорят там, и так далее. Но я человек простой. К власти никогда стремиться не буду, у меня интерес обывательский. Никто в нашей стране не простит ему эти слова. Потому что... Вы уверены, что это запомнит? Это запомнили все. Угу. Статус полубога, который он себя навесил, не соответствует тем погонам, которые он сам себе прикрепил. Этого и до этого было понятно. А такое хамское отношение к нам, которых они же и загнали в полунищенское существование. Я напомню вообще, что эти флажки Европы, они держат в своих руках уже 14 лет. Они притворяются каждый раз, что они только что пришли. Угу. Мэй, все вы уже 14 лет во власти. Куда не тронешь. Просто в разных должностях. То советник, то банкир, то это. Но вы крутитесь по кругу, одни и те же лица. Вы 14 лет нашу страну угрохали и носите с этим флажком, как будто мы вот не понимаем, куда это все идет. И в этом смысле господин Ричан может делать все, что ему взбредет. Любые пиарщики, его никто никогда не вытащит. Он не будет больше лидером. Он доживет вот это свое примерство, и дай бог, чтобы он не наделал больше глупостей. Потому что его вот эта бравада кулачками, да мы тут, это вот это последнее, что нам надо. Нам нужен спокойный руководитель, вдумчивый, осторожный, который разговаривает с Гагаузией, который понимает самобытность Приднестровья. Это очень опасный, сложный вопрос для нашей государственности. Взяли, да я не против, ну хорошо, хоть вы вообще, может, Румыния не вылезать из Молдовы, но от этого ничего не изменится. Проблемы от этого не решаются.